начало было за хозяевами. Аюпов после комбинации с участием Пырова, Гордеюка, Варламова и Терехина запустил мяч в небеса. А вскоре Терехин выиграл борьбу у Ханека и послал мяч в дальний угол. Березовский был на месте, а Комольцев на добивании едва не послал мяч в ворота. Во второй половине первого тайма динамовцы активизировались. Сначала Альберто и Мендини ожидали, что Герус поскользнется. Затем Чеснаускис вывел к воротам Корчагина, но форвард решил заработать пенальти и упустил момент. А уже в добавленное время тот же Корчагин с выгодной позиции пробил по центру и Герус мяч отбил. Второй тайм начался с удара со штрафного Варламова. Сильно, но точно в руки Березовского. А на 53-й минуте гости провели молниеносную контратаку. Березовский, Минди Балтиев, Минди Альберто и незаметный до этого бразилец забил единственный гол в матче, хотя в момент передачи на Минди находился в положении вне игры. 0-1. Хозяева бросились отыгрываться и имели для этого неплохой момент. Снетко после подачи с угла Вова Пырову головой сбросил мяч Гордеюку, но пока новороссийц пропускал мяч под правую, Березовский сумел приблизиться и ликвидировать опасный момент. Динамовцы могли в концовке увеличить счет. Гришин передачей в штрафную нашел Корчагина, и нападающий, развернувшись, неотразимо пробил под перекладину. Но мяч, ударившись о линию ворот, вылетел в поле. Динамовцы победили, а новороссийцев к следующему матчу с Рубином будет готовить новый главный тренер Сергей Павлов.